Сейчас значительная часть уголовного дела раскрывается благодаря умным собакам. В связи с этим в воинской части 55-13 среди специалистов-кинологов прошли соревнования по многоборью со служебными собаками. Стоит отметить, что после отбора лучшая команда будет защищать честь региона. Применение служебных собак. Военнослужащие Национальной гвардии вместе со своими питомцами являются продолжителями славных боевых подвигов наших дедов и прадедов. Сейчас, выполняя службу по охране общественного порядка, конвоирование осужденных, охраны важных государственных объектов и так далее, военнослужащие и их питомцы показывают высокое профессиональное мастерство при выполнении заданий, а также на их счету тысячи спасенных человеческих жизней. Военнослужащие, в свою очередь, привлекают собак к участию в различных конкурсах. Первый этап – это на первенство, на личное первенство воинской части. Проводится оно по трем направлениям. Это мина, нарко и разыскные службы. То есть мина-разыскная служба предназначена для поиска взрывчатых веществ, самодельных взрывчатых устройств. Нарко-разыскная служба предназначена для поиска наркотических веществ. И разыскная служба – это служба, связанная с работой по следу, дифференцировкой запаховых носителей, то есть поиска по следу бежавших осужденных, совершивших преступление. Второй этап соревнований проводится на региональном командовании УНТУСТУК, то есть там проводится уже все полностью, все воинские части, которые состоят в региональном командовании УНТУСТУК. И по окончанию данных соревнований победители регионального командования УНТУСТУК уже выезжают на третий этап соревнований, который проводится в сентябре, август-сентябрь. В соревнованиях среди кинологов приняли участие 12 пар. И чтобы стать лучшими из лучших, участникам предстояло пройти три сложнейших этапа. Умные собаки, проявившие бдительность, мгновенно обнаруживали наркотические вещества и взрывные бомбы, угрожающие жизни человека, и мгновенно ловили преступника. Имею служебную собаку по кличке Пан, 2019 года рождения, патрульно-розыскная собака. Да, мы ведем службу в исправительные учреждения, контрольно-следовой полосы, обыск транспорта выезжающего.